Друзья, всем доброе утро. Решила записать несколько видео. Наше утро сегодня началось достаточно рано. Что вы думаете, мы делали? Созванивались с партнерами, потому что появились вопросы. А до какого момента действуют наши скидки, которые позволяют выгодно приобретать продукцию? Хочу, значит, тогда рассказать про продуктовые дни, которые у нас проходят. И они проходят, это суббота и воскресенье. То есть в среду у нас уже есть информация, что именно будет представлено на, то есть в ассортименте продуктового дня на субботу, воскресенье. И у нас есть достаточное количество времени, чтобы ознакомиться с продукцией, узнать, почитать, попробовать, понюхать. Плюс к тому же у нас есть очень хорошая презентация на сам продуктовый день, когда вы приходите в РЦ, и там можно с большой вероятностью услышать отзывы партнеров, которые пользуются уже этой продукцией. И, конечно же, попробовать, если это можно попробовать, то есть чаи, напитки, коктейли, соответственно, тогда, когда есть данная продукция в ассортименте продуктового дня. Вот, поэтому просыпаемся, пробуждаемся и вовремя.